Все, пошел волшебный звук, значит, пошла запись. Сегодня у нас будет необычная, скажем так, презентация, так как, в принципе, у нас все уже тут ого-го бойцы. Мы решили сделать, скажем так, сравнительную презентацию нашего проекта с другими маркетингами, с бизнесом, который на земле, возможно, с криптовалютой и так далее. Но в начале своей презентации я, как всегда, хочу поблагодарить людей, которые создали этот проект. Это Андрей Шель, Светлана Литвинова, Андрей Кернер. Также хочу поблагодарить своего наставника Баяну Дагузову. Также хочу поблагодарить свою любимую команду и моих вот лидеров. Это Олечка Калашникова, вот Аня Лебединская, Таисия. Вот Волкова Виктория, Инга Трофимова, вы все молодцы, я вас просто обожаю. Вы умнички, красавицы и вообще самые лучшие. Вот. Также хочу еще напомнить, что в нашем проекте участвует очень много стран, перечислять не буду по двум причинам. Их достаточно много, и это забирает время. Вторая причина, если вдруг я кого-то не назову, вот, чтобы никто не обижался. Потому что если вдруг назову кого-то лишнего, то значит это кто-то у нас в планах. Это не страшно. Вот, главное, чтобы все были. Так вот, мы сегодня решили сделать такой сравнительный небольшой анализ. Вот это пришло вот буквально такая мысль минуту назад. Вот, поэтому, если вдруг какие-то нюансы, то я думаю, вы сможете их тоже дополнить. Так вот, давайте начнем с нашего традиционного даже не бизнеса, а с того, что мы ходим на работу. Да? Вот, скорее всего, что, наверное, 90% участников нашего вот, прекрасного сообщества, как говорят в старом еврейском анекдоте, еще не устроились и ходят, им приходится ходить на работу. И они знают свои условия, что в основном это не те деньги, которые хотелось бы иметь. Очень часто это не та работа, которую бы хотелось работать. Вот. И человек очень редко получает удовольствие от наемного труда, скажем так, потому что он не может рассчитывать, ну, максимум там, знаете, что может быть стабильность, и то это такая призрачная стабильность, потому что в любой момент предприятие может закрыться, вот вас могут уволить и так далее. И когда нету никакой финансовой базы, это очень плохо. А обычно на какой-то государственной работе с финансами, ну, не самый лучший момент, поэтому нету времени, да, нету времени на свободного времени, которое можно потратить на детей, на свои какие-то хобби, увлечения и так далее. Поэтому здесь очень долго останавливаться не буду. Очень многие пришли в сообщество с бизнеса, да, люди бизнеса, и очень многие понимают, что, допустим, сейчас открыть какой-то свой бизнес, это достаточно дорого. Давайте, вот я не буду говорить про какие-то большие там предприятия. Возьмем, например, какой-нибудь небольшой магазинчик, где продают, ну давайте так, да, уже избитая там, я не знаю, шаурма. Вот, так вот, для того, чтобы ее открыть, эту точку, нужно достаточно большие деньги заплатить. Ну, то есть это в порядке от 5 до 10 тысяч долларов. Плюс санэпидемстанция, налоговая, плюс закупка продуктов. Главное смотреть, чтобы они не испортились, потому что потом будет не ай-яй-яй. Вот, потом или ты сам стоишь, продаешь эту шаурму, или ты нанимаешь человека, которому ты платишь зарплату, да, и даже когда ты уезжаешь в отпуск, ты все равно спокойно не спишь, потому что ты все время в напряжении, а как там у тебя идут продажи, а не воруют ли там у тебя, а то ли вкусно, а то ли все там заплатили, то плюс, а еще ж плюс налоги. Вот. И на самом деле такие точки, они начинают окупаться, вот, как минимум, в лучшем случае, это какой-то вот от 6 месяцев до нескольких лет. Да, то есть как минимум проходит, или же вот 6 месяцев, если это что-то такое не очень серьезное, и если это большие какие-то капиталовложения, то проходит намного больше. А бывает, что человек не подрасчитал, да, и поставил такой, допустим, ларечек в не очень
таком хорошем месте, где небольшой трафик людей, да, а за аренду ты все равно платишь, а еще бывает за аренду оборудования, и можно еще и пролететь очень хорошо. Поэтому это тоже не такое уже прямо, скажем, легкое дело. Плюс ты имеешь постоянно, как я уже говорил, разговоры с пожарниками, санэпидемстанция, налоговая служба. А вдруг это еще как, не так уж далеко мы отошли от 90-х, вот чья-то территория. То есть, ну, всякое бывает. Поэтому рисков очень много. Вот в каждом таком бизнесе очень много рисков. Поэтому я всегда говорю, что вот в этом плане наше сообщество, оно просто идеально, потому что, ну, ты практически ничем не рискуешь. То есть, если ты приходишь сюда строить бизнес, ты вообще ничем не рискуешь. Если пришел, ну, просто для похихихаха, вот в тусовке, и то даже и тут не особо рискуешь, потому что вдруг повезет и тебя протащит, да? То есть максимально там ты можешь рискнуть суммой там от 20 или 25 USDT или 100 USDT. То есть это не те такие суммы космические. Даже если вдруг потеряете, то это не больно. Но мы приходим, в принципе, в наше сообщество не для того, чтобы терять, вот, а для того, чтобы мы могли заработать. Я всегда говорю, что наше сообщество держится, ну, как минимум, на четырех китах. Да? Первое – это, как любит Оля наша говорить, человечность. Я это тоже люблю очень сильно повторять. Да? То есть у нас человечное сообщество с человеческим лицом. Второе – это возможность помочь другим людям. Третье – это возможность самому очень классно развиваться во многих отношениях. Да? И, например, четвертое, тоже одно из самых главных и, скажем так, не последних, это уж точно, помочь самому себе. И вот если взять еще вот сравнивать, допустим, другой бизнес, такой как сейчас это модно, допустим, криптовалюта, да, где-то она растет, где-то она падает, то в этом отношении у нас бизнес, где всегда все растет. Вот давайте вот просто сравним. Допустим, возьмем нашу турбомедную доску, где мы делаем подарок на 25 USDT. Вот представьте себе, что вы за 25 USDT, да, купили монету. Вот я по своему опыту. В 2013 году я покупал биткоины. Тогда была еще возможность их купить. В начале года это было там, в районе 100 долларов, 150, ну 200. Я покупал за 200. Да, на сегодняшний день биткоин стоит, ну давайте округлим, вот, около 30 тысяч долларов за монету. То есть, грубо говоря, за 10 лет, да, стоимость биткоина выросла в 150 раз или в 15 000%. Вот эти суммы, пожалуйста, запомните. Теперь давайте мы разберем наше замечательное сообщество, потому что это и бизнесом назвать особо нельзя, да, нет никакой-то компании и так далее. Вот. Хотя, когда говорят некоторые, что вот у вас продукта нет, так я всегда говорю, у нас самый классный продукт – это человеческое отношение и деньги. Вот, потому что если взять любую компанию и выбросить посредника, то есть это товар, да, то компания продает и покупает деньги. Вот. Так вернемся все-таки к нам и сравнению с биткоином. Так вот, давайте возьмем, например, что у нас участник, допустим, за 2 года. Вот так, чтобы не гнать лошадей и, конечно, последним не быть. Допустим, за 2 года, да, он проходит весь путь от турбомедной доски до даймонта. Я сейчас не буду считать еще там вечные доски, то есть вот один цикл без вечных досок. И он зарабатывает в общем итоге вот 200. Ну, это уже со всеми там делами, 217 тысяч USDT.
Но я брал, допустим, просто подсчитывал, я просто брал, допустим, доход на бриллиантовые доски, да, это 160 тысяч. И вот возьмите, с 25 USDT 160 тысяч USDT, это, как вы думаете, сколько? Это 6 тысяч, в 6400 раз, или же 640 тысяч процентов. Это даже не биткоин со своими 15 тысячами за 10 лет. За 2 года вы свое состояние, свое, ну, скажем так, я не знаю, вложение, свой подарок, вот кто как это называет, ну, мы называем это подарок, ну, сейчас мы просто как для сравнения, да, то есть ваша доходность вырастает вот в 640 тысяч процентов или в 6400 раз. Это не один, это круче, чем любое вложение, любая инвестиция. Да, нужно для этого поработать. Но как бы за спасибо тоже хорошие деньги не платят. И можно пойти в инвестиции, можно сидеть очень долго ждать, когда где-то что-то с неба свалится. Да, можно пойти в банк, положить свои деньги под проценты, где нам, допустим, если мы делаем вклад, ну, допустим, в долларах или в евро, нам обещают там сколько там, по-моему, 3-4% до 5 годовых, да, но не забывайте, что инфляция есть такая штука, которая в валюте, она идет от 16%. Если вы берете, допустим, делаете вклад в национальной валюте, то в среднем, неважно, в какой стране вы живете, в среднем инфляция это более 25%. То есть, например, если вы положили там, возьмем там 10 тысяч чего-то, там рублей, гривны, тенге, сомы, неважно. Вот. Если вы даже под свои, ну вот в национальной валюте получили, да, то вы получите сколько там, тысячу, там 10, 2, там идет вклад где-то в среднем 10%, это вы получите, допустим, из 10 тысяч там, ну, допустим, 11. Но, скажем так, что те 10 тысяч, которые были год назад, и эти 11, они ни в какое сравнение не идут. Плюс вы потеряли на инфляции. Цены выросли, и все, вы потеряли деньги. Неважно, а если в валюте вы положили, вы тоже потеряли, ну, там просто чуть-чуть меньше. Ну, в любом случае, вы в минусе. Вот здесь, в нашем сообществе, вы в плюсе. Просто для этого плюса нужно чуть-чуть поработать. Нужно взять, найти двух активных друзей, которые хотят тоже что-то в своей жизни поменять. Потому что многие просто говорят об этом, что я хочу что-то поменять. Я даже готов что-то делать. Но, к сожалению, это просто бла-бла-бла. Вот. А есть люди, вот, которые берут, что-то действительно делают, которые не зря прожили свою жизнь, у которых есть как минимум два друга, которые согласны идти за ними, так сказать, и в огонь, и в воду, которые их поддерживают во всех отношениях. Вот. И у тех людей тоже есть такие же, тоже два друга. И вот таким образом ваш капитал, он увеличивается. Вы даете возможность и себе любимому заработать, и даете возможность своим друзьям заработать. А друзья своим друзьям. Вот. И это, знаете, как вот действительно, что это касса взаимопомощи, потому что здесь, помогая другим, вы помогаете себе. И это очень круто. Просто нужно это понять. Это не нужно к этому относиться как к какому-то дешевому моменту. Да, дешевый момент, он в самом-самом-самом начале. Это, знаете, вот как та притча про бутылку воды. В супермаркете бутылка воды стоит там 1 доллар, да, вот в каком-то там, допустим, на автовокзале это уже 2 доллара, да, в аэропорту это уже 5 долларов, на каком-то корабле это тоже может быть там 5 долларов. А представляете, в пустыне, где нету ни одного магазина, но у вас есть бутылка воды. Представляете, сколько эта вода может стоить? Так и здесь. Вначале, возможно, да, это не те деньги, там, ой, там 25 долларов, ради бога, там в Макдональдс сходите, там раз или два, ну, кто как ходит, там, или в магазин, там, так, недорого, богато, вот,
Но на выходе эти деньги превращаются как минимум в 160 тысяч. А 160 тысяч – это хорошая квартира, классный автомобиль. Это уже, если вы можете разделить там, например, на год, да, 160, допустим, разделить на 12, это получается как минимум там 12 тысяч в месяц, на которые вы можете себе там 12,5. Вот, где вы год можете жить припеваючи в любой стране мира. В любой стране мира вы можете жить на очень хорошем среднем уровне. А теперь давайте приплюсуем в то, что у нас есть еще и бесконечные доски, которые также постоянно приносят доход. Ни в одном бизнесе такого нет. Где постоянно у вас идет доход. Смотрите, если взять с традиционными сетевыми компаниями, чем у нас хорошо? Нету вот этой гонки за планом. Да, нужно там столько-то банок продать, чтобы я получил там какую-то выплату. Вот, допустим, вот мы были с Андреем в одной компании. В разное время, в разных там ветках, но суть одна и та же. Для того, чтобы мне там заработать приличные деньги, мне нужно было сделать оборот там от минимум от 100 тысяч долларов, для того, чтобы я там что-то заработал. Вот Андрей не даст соврать. Для того, чтобы мне сделать оборот в 100 тысяч долларов, должна быть достаточно классная команда, которая будет это все дело продавать. Да? И если, например, я в этом месяце не сделал этот план, да, я уже получил меньше, мой ранг падает, и как-то не очень ты себя так хорошо чувствуешь. Здесь такого нет. Здесь нет у нас каких-то рангов. Да? То есть, ну, да, мы когда заходим на доску, да, есть там даритель, строитель, гид, легенда, и обратно ты начинаешь путь сначала. То есть нету там супер-бупер, там, бриллиантовый, там, я не знаю, там, президент, король, там, я не знаю, там, творец львов, там, еще чего-нибудь. То есть у нас все люди равны, и это очень подкупает. Потому что, возможно, сегодня ты легенда, классно, ты что-то сделал для того, чтобы завтра, ну, чтобы этой легендой стать. Да, вот на легенде ты получил свои подарки, и ты обратно даритель. На какой-то доске ты на той же, допустим, ты перешел на вечную, там, ту же бронзу, допустим, да, там, вот закрыл там серебро, перешел на бронзу, на золото, и ты опять становишься строителем, потом вот, ты дарителем, строителем, гидом и обратно легендой. И так вот по кругу. То есть такая бесконечная восьмерка. Там, если посмотреть на наши доски, на движение по доскам, это все получается в виде восьмерки. Такая вот а восьмерка – это знак бесконечности. И здесь идет бесконечный доход. Что для этого нужно сделать? Ребята, поднатужьтесь, пригласите как минимум два человека. И проконтролируйте, чтобы эти два человека сделали то же самое. То есть метод дупликации никто не отменял. Причем некоторые говорят сетевики, сам сетевик. Вот у вас нету там, допустим, реферальных выплат. Зачем? Тебе интересно этих 10%? Если ты получаешь, например, на столе все 800%, это круче, чем в любом банке. Это круче, чем в любом инвестиционном проекте. Просто нужно взять, понять это, услышать это и начать как-то двигаться в этом направлении, что это не относиться к этому как-то так наплевательски, а понять, что это реально очень крутой, очень дорогой бизнес. Потому что я понимаю, прикольно продавать, наверное, зубную пасту у перехода, да, или там еще что-то в этом роде, и ничего не зарабатывать. Потому что я помню, вот у меня зарабатывали только те, вот, ну вот, и Андрей тоже самое подтвердит, что всегда зарабатывают те, кто строит сеть. Не те, которые стоят, зубную пасту продают. Ну, им, да, там какой-то балл хоть. И они сидят, ну, допустим, да, мы сейчас говорим о Amway. Там сидят на 3-6, максимум 9%, и все. И вот так вот им как бы типа хватает. Но интересно же построить, допустим, сеть, и ты получаешь намного больше. И то ты там, ну, сколько? 21% все. Как бы вершина. Еще попробуй заработать это 21%. Здесь вы вот с каждым, допустим, берем, вы зашли на 25 USDT на Турбомеди, прошли этот путь, раз, у вас уже 100 долларов.
да, то есть это уже в 4 раза больше, то есть это 400% с первоначальной суммы. Окей, вы зашли на бронзовый стол. Раз, 800%. И так вот на каждом столе 800%. И вот когда вы уже доходите до вершины, вы понимаете, что елки-палки, 6 тысяч, то есть 640 тысяч процентов, или 6400 раз я, ну, получил больше. А подарки любят получать все. Это даже круче, чем когда вы покупаете квартиру, там, я не знаю, с фундамента. То есть за 2 года вы можете реально заработать эти деньги. Просто нужно взять и немножечко поднапрячься, и все. То есть говорить об этом бизнесе, говорить всюду, не молчать. Говорить о нем достаточно легко. Мы же приглашаем людей, там, не знаю, на день рождения, в кино. Как-то это же не есть проблема. Почему вы не можете пригласить, ну вот, в бизнес пригласить даже приятнее? Вот сказать, давай вместе разберемся. Я знаю, тебе нужно, мне нужно. Давай вместе будем строить. Вот ты не умеешь приглашать, и я не умею приглашать. Но у нас уже команда как минимум 2 человека. Давай найдем третьего. Знаете, как говорят, собутыльника. Такой был когда-то анекдот. Будешь, третьим будешь, говорит, буду. Ну все, пошли второго поищем. Тоже вариант подхода. Вот вам тоже тот же самый сетевой, но только в более упрощенном виде. Поэтому, ребята, я вот предлагаю присоединиться к нашему сообществу, так, иметь возможность помочь другим людям, помочь себе, увидеть сообщество с человеческим лицом, где тебе всегда рады, где тебе помогут. Вот. Быть участником сообщества, в котором ты можешь развиваться вот во всех планах, потому что у нас все могут говорить о том, чем они занимаются, у нас проходят всякие практики, тренинги, это тоже очень круто, да? Вот многим это интересно. Кому не интересно, ради бога, ну, тут нету какой-то обязаловки. Да, есть, допустим, когда вы заходите, да, есть там определенные условия. Но такие условия есть всюду, в любой игре, даже в футболе. Да, представляете, если каждый там будет в футболе выдумывать свои правила, да, там, я хочу квадратный мяч, мне ворота побольше, и уберите вот этих 11 чуваков, которые те ворота защищают, потому что хочу гол забить. А если еще кто-то побежит и запишет его на меня, вообще супер. Ну разве это бизнес? Или... А другой пришел и поменял правила. Нет, да, в любом деле есть правила. В любом деле, и они должны быть. Но здесь они самые легкие, самые прозрачные. Вы можете проследить все, весь ваш доход от начала до конца. Сколько вы заработаете, когда, все зависит абсолютно от вас. Ни от Андрея, ни от Светланы, ни от меня, ни от Ольги, ни от Марии, Валентины и так далее. Так, все зависит исключительно от вас и от тех людей, которых вы пригласили. Потому что вы пригласили в первую очередь людей, которым вы доверяете, которые доверяют вам, которые вам поверили. И поэтому я вот и говорю, что это такое сообщество человечности, где люди дружат, где люди знакомятся, где узнают друг друга, где находят очень много интересных людей, где не являются какими-то врагами друг другу. Да, я, например, очень благодарен сообществу с тем, что вот у меня такая замечательная команда, которых я практически очень многих не видел вживую, но мы общаемся, и мы общаемся уже как родные. Мы знаем, кто у кого и где и как. И это классно. Я себе представляю, что будет, когда мы наконец-то встретимся. Вот как-то мы тут возьмем, купим остров, назовем его Убунту, да, и будем там семинары проводить. Прикольно, прикольно. Почему бы не придумать себе такую идею? Не знаю. То есть поставьте себе цель, у вас есть вот инструмент, наше сообщество, и вперед. То есть вы знаете себе, что вы вот здесь получаете доходность огромную, да, 6, там,
6400 раз. И вот когда мне приходят и начинают, вот мы хотим тебе предложить, говорю, ребята, вы мне можете предложить доходность в 6400 раз или там 640 тысяч процентов? Нет, все, до свидания. Остальное мне не интересно. Я вот уверен, что никто вам таких классных условий не предложит, такого сравнения. Потому что, ну, это реально очень круто. Вот просто реально очень круто. Поэтому всех приглашаю, с этой информацией делитесь с другими людьми. Вот, пусть люди вас услышат, что здесь при помощи нашего сообщества можно решить очень многие проблемы. А в основном эти проблемы начинаются с того, что нехватка денег. Нету денег, нету здоровья, нету продуктов. Вот ты не можешь там, не знаю, там, отправить на учебу своих детей, ты не можешь поправить свое здоровье, ты не можешь отдать какие-то долги, там, ты не можешь даже другим помочь, да, вот есть у нас, вот я хочу там помогать тому-то, тому-то, а если ты сам себе помочь не можешь, вот как? Как ты можешь кому-то помочь? Никак. Вот, поэтому есть вот замечательный инструмент, замечательная удочка, вот вам просто нужно ее закинуть и наловить себе рыбу. Ну вот как-то так сегодня у нас. Такая вот презентация. Все, всем спасибо. Вот всем, кто у нас сегодня был. Вот. Помните, как когда-то говорили, когда сказки заканчивали, да? А кто слушал, молодец. Вот, поэтому вот вы все молодцы. Спасибо. Благодарю вас, что вы нашли этих, сколько там, 30 минут своего времени, вот, чтобы прийти сегодня на нашу презентацию, вот такую немножечко необычную презентацию. Ну вот. А можно маленькое дополнение, Саша? Да, конечно. Я очень благодарю тебя, конечно, за великолепные сравнения. Все очень точно и просто, и, в общем-то, все из реальной жизни. Но я хочу немножечко добавить информации по поводу процентов, как ты сказал, в европейских банках там около 4% дают. Так вот, я тебе сейчас, ну не тебе, вообще нашим всем единомышленникам расскажу. У меня есть вот, я регулярно получаю письма из некоторых банков, да, и мне предлагают также сделать вот инвестиции или положить на счет, дабы иметь какие-то проценты, да. Но я вот вам сейчас озвучу, и вы увидите, что это все из себя представляет. Это смешно, даже не смешно, это клоунада просто. Значит, Сабадель банк, так называется банк в Испании, который мне предлагает, вот в данном письме они мне предлагают на 3 месяца положить, да, деньги от 0 евро до 6000 евро, и за эти 3 месяца, значит, они мне начислят 0,25%. А теперь посчитаем, что 0,25 за год, это на 4 умножить, да, это 1% всего лишь. Значит, от 6 тысяч до 30 тысяч евро они тоже 0,25 за 3 месяца предлагают, значит, процентов. И также за год, если я положу, я получу, положив 30 тысяч, да, я получу всего лишь 1% вот этой прибыли. Ну и так далее, от 30 до 150 у них предлагается 0,30% всего лишь. Вы понимаете, 0 целых, даже одного нет, да, это за 3 месяца, ну и там один и чуть-чуть с хвостиком будет за год. Вот, ну и от 150 тысяч это уже 0,40%. Вот. Но я хочу еще что добавить. Когда, если кто-то действительно поверил в это и положил, и думает, что он на этом заработает, то получив один даже процент за свои деньги, он должен будет отдать государству, то есть правительству Испании, 25%. Не 0 целых, а 25% от того 1%, который он получит. Вы представляете? Вот вам И картина Европейского банка. И поэтому стоит ли с ними связываться? не пользуйтесь испанским банком. Это не было антиреклама, на всякий случай. Мы не рекламируем здесь какие-то
проекты, кроме нашего. Вот, ну, это так, на всякие Да, мы это пожарные. просто сравниваем, Да, конечно, вот. конечно. Поэтому это одно из таких вот сравнений. Ну, я просто, скажем так, я брал проценты, ну, чисто гипотетически, да, там, ну, вот я просто знаю, что в наших банках, там, если ты ложишь в иностранной валюте, там, 3-4%, там, от 2,5 до 4, если ты ложишь в национальной валюте, ну, там, по-моему, 7-11, ну, в среднем. Поэтому еще раз хочу сказать, что вы находитесь в таком сообществе, где очень легкий, скажем так, легкий, прозрачный бизнес, где не надо там что-то переплачивать, где вы напрямую получаете свои доходы, вот свои подарки от человека к человеку, и это очень круто. Вот. Кто не умеет пользоваться криптокошельками, всегда можно научиться. У нас проходят вот школы, всегда есть кому научить, всегда есть кому обратиться. Вот поэтому не вешайте нос, дерзайте, дарите подарки и, конечно же, получайте эти подарки. Все, на этом, ребята, да, кто-то Два еще. слова я про банки хотела добавить. То, что банки не просто не приумножают деньги, они даже их сохранить не в состоянии из этих процентов, потому что инфляция всегда опережает во много раз эти проценты. Я благодарю Ну, тебя за прекрасную презентацию сегодня. я скажу такое, банки, они не проигрывают, потому что банки пользуются вашими деньгами, это проигрывает всегда клиент. Банк, он не проигрывает, потому что он делает хорошие инвестиции, он делает какие-то проекты и так далее, и так далее. И также там, покупает какие-то драгметаллы, еще что-нибудь. То есть, в принципе, у банков в основном все хорошо всегда. Тем более, что вот, как говорила Таисия, да, он вам дал 1% и в то же время 25% забрал. То есть, банк в выигрыше. Поэтому страдают только мы, так сказать, вкладчики. Здесь вот у нас все просто шикарно, все очень круто. Вот, да, нужно немножечко, немножечко вот, поработать, пригласил как минимум хотя бы 2 человека. Пригласить, но лучше пригласить больше. Вот. Но как минимум хотя бы 2. Все, всем огромное спасибо. Надеюсь, сегодняшняя информация была полезна. Я запись останавливаю.